нічого не та сина. Просто не робите мені. А ким щас приїде, да? А? Так. 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 Но. Я включу голос и руки вот покажешь, вспоминать экран. Сергей. Да. Ты что думаешь? Человек зачем спрашивает ко мне? Ты кто? Оно идти на лето. Летом будет зерна будет всех хватать летом. Да. Это
пішла до церкви, щоб викривалася. Як то яна думає. Бо індзекі, вони кури спокійні. Просто спокійна курочка індюшка. Я давно говорив про індюша. Говорив, буде хоч. Індзекі самі кури спокійні. Індюші, хто може бути спокійні тим, що вони не злые. Це перше. Второе. Так, да. Так, подойдем. Короче, про что снять? Про мотоблок хочу снять видео. Вон он стоит. Мотоблоком-то за 0,5. Так. Картофель мелкий погнил. Кинули в буртай. Перегнивая. Ну, короче, таким мотоблок МТЗ-05. А что тут у нас? Его треба под восстановление пускать, бо колесо спущено сзади, прицеп разорванный. Так, что тут еще? Коробка сломалась, выбивала сильно. Нема две передачи и порвала это. Вот тут треба это менять. Сами поглядите, как оно все это... Зароблено тут, рога порвались. Ще що тут у нас масло тече. Таким моторвейма. Наработка мотоблока невелика. Що хочу сказати, мотоблок я плохо витягував.
Нагрузку. Нагрузку плохо выдерживает, может из-за колес таких. Бо грузим по мотоблок тяга по 2.